открывает игрок номер один. Ваша минута. Доброе утро, город. Обожаю сидеть на первом номере, у меня всегда масса историй. Но сегодня я посвящу свою речь первого игрока большой благодарности хозяевам этого дома, который собрал наш замечательный клуб «Мафия». Госпожа ведущая за вкусную музыку, очень, очень стильно и как раз в тему. И я вам хочу сказать, у нас сегодня был небольшой тиют с утра, но очень интересный и насыщенный. Была масса впечатлений, вкусняшек, видов, красот. Я даже видела таких, знаете, штуки такие с рыжими попами толстыми, они бегают, короче, у них маленькие дети, очень прикольные, я не знаю, как их называют. Мне очень понравилось, да. Но я потом приехала совершенно вымотанная, и вот как бы вообще я думала, что я не могу прийти на «Мафию». И первую игру я думала, я вообще сейчас все пороть буду. А оказалось, что у меня получилось, и я так перевозбудилась, и зарядилась энергией, и, короче, классно. Город будем играть, я рада, что мы собрались. «Мафия» заряжает энергией. У вас время. Спасибо. Игрок номер два, ваша минута. Доброе утро, город. Хорошие эмоционалы. Выбурил минуту. В принципе, можно очень страшно по нулевому кругу с ними поиграть даже за это все. Но только по нулевому кругу. Дальше будем внимательно слушать позицию. Ведь я даже вас не выставляю, потому что пока вот с вами играю, у нас постоянно осторожно. Опять бойцов, после такой речи я тебе не хожу. Такая жара, я сижу дома под мозгом, но даже с трудом встаю с кровати. Следующий даже получил это вот. У меня есть канал Телеграм «Корона». Раньше сами говорили, что сидите дома, корона, 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 сейчас мне пишут, сидите дома, жара, сидите дома, жара. Поэтому переквалифицируюсь, как говорится. Я трудом дома ведьмака по мозгам, тоже, в принципе, нормально. В общем, сейчас хочу выиграть, потому что хорошая игра, правда, проявлению. Сейчас хочется выиграть. У меня красная карта, буду сейчас... У вас время. Игрок номер три, ваша минута. Да хорошая игра была, что никто там не оденет. Все нормально, мне понравилось. Хорошая. Хотя я проиграл, но хорошая. Вы скажете, вы с красной картой, потом выскажете все свое мнение. Еще до игры, я сказал, что единица, вы получите черную карту, скажите хорошую речь, чтобы я с вами поиграл. Расскажите про тиюль, чтобы я с вами поиграл. Не поиграю. Вы ставили игрока номер один. Если 10 не поставить никого на попил, то я из 10 играть не буду. Поэтому обязательно поставьте кого-то на попил. Вы спросите у единицы, с кем она хочет. Потому что последний, вы замыкаете круг. Поэтому спросите у единицы, с кем. Окей, я ожидал такой реакции. 9. Вы выслушаете. Внимательно спросите у единицы, с кем она хочет пилиться. Вот с кем она хочет пилиться, пусть мы с ним попилимся. Хорошо? Я пилиться не могу. Извините. Вот. Поэтому не получится. С двойкой я вам не позволю пилиться, потому что двойка красный. 10. Вы тоже на своей красной речи обязательно скажете. Вы с четверкой тоже не можете сказать, чтобы пилиться. С пятеркой это вообще не вариант. Даже не думайте в сторону пятерки. У вас было много вариантов. Две. Игрок номер четыре, ваша минута. Доброе утро. У меня игрок номер три поднял настроение. Мне тоже не понравилось. Речь игрока номер один. Тем более тут какая-то личная. Там Марусь хотели в этот июль взять, потом забыли про это. Ну, в общем, ерунда. Все ерунда, но как бы насчет единицы я согласна насчет того, что ее распилить. Вот, а двойка мне понравилась. И тройка мне, ну, тройка я, конечно, параною, как всегда, но пока я с тройкой играю два, наверное, вот так, два, три и один не поиграю, пока послушаю позицию, вот, а эмоционал... Ну, вот эти штуки, которые прыгают с жопами, и за ними дети. Это круто. Вот я так вот представила. Такие рыжие штуки. Это, наверное, эти дома. Ваше время? Да, да. Игрок номер пять, ваше время. Смотрите, не знаю, мне еще, в принципе, понравилось. Хороший эмоционал, да, но, в принципе, если мне понравилось, не поиграю. Дальше два прям такое одолжение единицы делали. Если мы поиграем, только по нулевому кругу. Поэтому с вами я тоже поиграю только по нулевому кругу, и все. Поэтому наша дружба закончится, поэтому давайте так. Один, играю аккуратно, два. Три, я понимаю, все это будет несерьезно, антилопия, все дела, да. Ну вот мне эта антилопия не очень нравится, как бы просила рассказать про это, в итоге речь не понравилась. Ну, смотрите, три я пока не поиграю. Четверку прям так понравилась речь тройки, не знаю, вам не понравилась ница, поэтому смотрите по позиции. С четверкой не играю, три не понравилось, играю один, два. Вот там, вот один, два, я думаю, там нет черных, если есть, то максимум один, и то не было.
То есть 1 и 2 для меня очень красные, а 3 и 4 подозрения. 4 самая такая черная, пока просто за то, что поиграла 3, не поиграла с 1. И я взяла в команду блок, которая не поиграла с 1. То есть 4 мне не понравилось вообще. 3 вещь такая на антилоке тоже, опять же, мне не понравилась. Игра 1, 2, 5. И вам спасибо. Игра номер 6, ваша минута. Доброе утро, дорогой. Это я вам то, что говорила про синхросудьбу. Вы посидите, все будет хорошо, я вам все выиграю. Вот и все. Видишь, как получилось? Не хотела. С Еленицей играю. Мне понравилась речь. Мы с ней вместе. Это 100%. Я также вместе с двоечкой. Двойку я нашла красным игроком. Тройка ставит условия. Если вы десятка красный, значит, вы сейчас кого-то выставите. То есть, получается, или десятка с вами в одной команде, сейчас посмотрим. Поэтому тройка может так с вами разговаривать. Потому что если бы я сидела красным игроком, на третьем номере, я бы пока что еще не начала рулить бы столом. Я бы подумала. В словах тройки? Что я еще начать? 10 секунд, игрок номер 6. Не надо искать логику. Вот, у меня цеза все закрутилось, и логики не стало. И четверка такая довольная, поддержала тройку. Поэтому четверка, я сначала думала, что вы расстроились у вас после... Игрок номер 7, ваша минута. Так, один рабочие штуки с филе называется домами. Очень милые. Игрок нормальное открытие стола, игрок номер 2 легитимно осторожничает, и в то же время мне что-то было сказал, с командой Гладиолус не играю, потому что они развели Гладиолусу. Я с ней не играю, потому что она чего-то там, а я, как это, извините, катилась, красил дом с катишкой, а красный, ни в коем случае не красный, и не зеленый, а синий, это вообще смертельно. И тем более, действительно, в чем я согласна, поэтому по позиции согласна с 5. Но с 6 я согласна еще кое в чем. Если бы мне вот так вот непроверенный, непонятный игрок начал бы, если вы не делаете так, то вы антилопа, то я бы ему сказала, отгну и слышу. Спасибо, пас. И вам спасибо. Игрок номер 8, ваша минута. Смотрите, я поиграю 1, 2, 5 и 6. Я бы не назвал тройку таким уж черным, вы знаете, на данный момент. Я бы не назвал тройку сейчас... таким уж черным на данный момент. У меня в сторону четверки, семерки, может быть, и послушаю девятку и десятку. Смотрите, по акцентам у меня 1, 2, 6 более красный, после этого идет 5. У меня 1 более красный, потом 2, потом 6, потом 5. Вот так вот. Насчет тройки я не знаю пока что, я бы не назвал, даже не надо его проверять, вы знаете, не надо его проверять. Не надо его там проверять. Я буду насчет тройки думать на следующие круги. Я сейчас не назвал его так жестко черным и не жестко красным, знаете. Все может быть, господин Кузьман. Жестко странным. Ну да, это тоже может. Это да. Кстати, это можно сказать. Но будем слушать остальных, господин Эйлер. Десятка. Я не хочу пилиться. Я не хочу, чтобы был попил. Игрок номер 9, ваша минута. Первый игрок. Вы собираетесь с кем-то пилиться пока что? Пока что не собираетесь. Хорошо, смотрите, мы для меня все равно более красный игрок. Мне понравился ваш эмоционал, соответственно, мне понравился эмоционал второго тоже. И второй поиграл с первым, так что я пока что играю 1-2. Тройка, которая не поиграла ни с одним, ни с два, вынес, а попил единицу. А, вы все же поиграли с два, извиняюсь. Но мне один все равно в любом случае понравился, а ваш эмоционал и ваша речь чуть меньше. Соответственно, четверка играет с 3, я не буду играть ни с 3, ни с 4. Пятерка, в принципе, нормально разобрался и поиграл с 2-1. Так что я возьму его в команду, шестерку тоже, которая присоединяется к этой команде. Семерка, мне не очень понравился ваш эмоционал. Это тяжело объяснить, но, может быть, вы не слишком много аргументировали, больше так, по эмоционалу прошлись, хотя вы на седьмом номере сидите. А теперь восьмерка, в принципе, берет такую же позицию почти, как и у меня, соответственно, она... Но акценты у меня, наверное, не знаю, между пятеркой и шестеркой для меня они почти равны. Я не могу сказать, что тут у меня будет красный, но сначала 1-2. Так что я поиграю 1, 2, 5, 6, 8. Спасибо, пас. Спасибо, и вам игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро, Элис, красный игрок. Честно говоря, не хочу ни с кем играть. Не нравится все. И вот сейчас вот это, что единичка, да, сидите там спокойно. С вами тоже не хочу. А вот то, что единичка показала, не хочу пилиться, не знаю, вот это смутило. Ведьма, кстати, вам нужно тактику сменить. Вы когда начинаете со мной вот эти вот в футболы играть, вы черный. Просто я свою карту знаю. Четверка действительно очень вскинулась. Вы знаете, вот что-то семерку все там вот, нелогично, эмоционал, но я с вами согласна. Я вообще начну так по акцентам. Семерка. Вот хоть и убейте меня потом. Семерка, шестерка.
То есть вы раскладывали для меня хорошо. И Эйлер, несмотря на то, что вначале там немножко запутался, что кто с кем дружит, вот пока 6-7-9. Вот такая странная команда, делайте, что хотите. Проверка 1-3-10, 10 не играет ни с кем. Ну, начинаются эти все замуты. А это разве не Шванэ Сэла? Седьмой. Да? Жопы с детьми. У вас время. Выставлен был только один игрок, город Коренной. Last 3 months have been dark and freezing. All I wanted to do is hide away, cause I swear humans are supposed to hibernate. But offbeat, what about New Year's Eve? Well, I guess that's the one night I'm willing to leave. I proceed to party like it's the 20s, and it's back to my bed sheets with my tech leaves, till I know for sure that the winter's done, and the cold and the rain have been switched for sun. We got the swing, cause that's what we bring, to celebrate the fact that spring has sprung. Sunny days and luscious leaves, got Доброе утро, город. Утро не доброе. Я игрок номер 4. Игрок номер 4, ваша минута. Про лучшего хода никто не жестикулирует. То, о чем я сегодня писала в Facebook, о том, что со мной никто не поиграл. Вот. Смотрите, я на сей раз не шериф. Лучший ход. Что вы говорили? 4-1. Мы не жестикулируем, госпожа Тата. Ну, пусть будет. Не знаю, пальцы на небо. 1-6-10. 1-6-10 принято как лучший ход, можно жестикулировать. Смотрите. Еще раз говорю, со мной никто не поиграл. Вот это то, что плохо статики по нулю, потому что, ну, как бы меня бы... Да, кроме тройки. Кроме тройки... У вас время. Мы прощаемся с игроком номер 4. Утро открывает игрок номер 2. Ваша минута. Доброе утро, город. Начало. У меня больше красный, вот, на что нашло красный по нулю, это 5, 6, 9, не, 10. Я не сказал, что поздно, 10 я да, не нашел красный. Бывает, а потом у меня подозрительные тройки, которые просто проверку себя. Это как бы, зачем мне себя проверку? Как бы, красным игроком проверку себя почти нет смысла, потому что это слив проверки. Просто себя черным проверку, как бы, это чтобы просто от себя отвалить проверку. Объяснитесь свою эту логику. Вообще, страйка Хана Мертин, что вы заставили? Один принято. Три я сказал. Три принято. Один я пока по нулю. Ты порвал почти больше шесть лап. Я пока по не играю никак. Десять. Прошу играю против 3, 7, 8. Там у меня было зону резко. 5, 6, 9, 10. Моя команда один тоже. Не против один. Три. Игрок номер 3, ваша минута. Один. Вы шериф или обычный красный игрок? Скажите, вы красный игрок или вы шериф? Не-не-не-не, вы сейчас скажите, потому что я вас буду собирать голоса. Вы собираете игрока номер 1. Один принято. Красному игроку нет проблемы филиться. Вы отказались филиться. Это значит, у вас ролевая карта. Если вы шериф, никаких голосов у вас не полетит вообще без вопросов. Но если вы не шериф, то значит вы черный игрок. Вы отказались пилиться, и поэтому я сказал, что 9 или 10 должны кого-то выставить. Но вы отказались пилиться. 9 спросил вас, честно спросил вас. Вы сказали, что нет, не хотите, и он не выставил. Вполне хорошая, нормальная игра. 10 даже не хотела вас ставить на попил, и поэтому мне 10 очень не понравилось. Поэтому 10 мне не понравилось уже до того, как еще до того, когда до вас дошла речь. Нет, вы можете показывать все, что угодно. Теперь,
Мне никто не подмигнул, то есть, значит, у меня не пошла проверка. Я надеюсь, что шериф все-таки играет с городом и пошел проверить между 1 и 10. Раз у меня не пошла проверка, мне никто не подмигивал. Две дня. Игрок номер 5 в вашем городе. У нас один шериф, проверка ваша. 10 красных. Хорошо, смотрите, если 10 красные, 1 на 10, понятное дело, играю, 2, я, как вам обещал, поиграть только по нулю, так, я, в принципе, обещание свою сдерживаю. Вы только что сказали, что играете, вам понравилось 5, 6, 9, но в нашей команде еще вот 1, 2, 5, 6, 8, 9, была еще восьмерка. То есть 5, 6, 9 вам понравились, восьмерка вам не понравилась, поэтому 2, выставляю 2, так как нет учетных проверок. Вышли в 2 красных. Ну, вы это поздно сказали, два выстрела. Смотрите, надо версию. Так, а вы злой, подождите, вы злой, вы поиграли. Зачем вы два проверили? Ну, то есть, для меня один пока пологичнее, потому что один проверил здесь, который не логичная команда, а три проверяют вас, которым поиграл. Поэтому я пока не знаю, кто шериф больше, но пока для меня больше шериф один. Тем более, и я как скрывала вниз, возможно, один сильный шериф и три. Мя. Игрок номер 6, ваша минута. Доброе утро, город. Три. У вас проверка, два красные. Вы шериф, что ли? Выставляю игрока номер три. Выставлен игрок номер один. Mm-hmm. Выставлен игрок номер... Шерифы красной и проверки шериф. Сидят. Фу, игрок номер три. У нас ушел один красный игрок. Mm-hmm. Пока еще не критика. Mm-hmm. И хорошо. Пусть так и будет. Один, три шерифы. Mm-hmm. Один, десятка красная. У тройки... Двойка красная, у тройки, вот смотрите, у меня ваши проверки, ну, совсем не в логику. Проверь ваши слова, 1, 10, 3 проверять, я понимаю вас не проверять. Ни одного не проверил, ни 10 не проверил, пошел двойку проверил, а двойка, в общем-то, и не был под подозрением. Он играл с двойкой. Да, а потом говорит, тройка говорит, я играю с четверкой. Смотрите, после речи четверки я тоже, надо кого-то выставить, все правильно. Надо выставить еще кого-то. Но у меня здесь есть игроки, которые, а я уже выставила тройку, я не могу ничего делать. И у вас поняла. Время. Игрок номер 7, ваша минута. Ребята, у нас полстола красной проверки. И шериф. Давайте так. Выставляем игрока номер 7. 7, принято. А знаешь, зачем я это делаю? Чтобы исправить ваш бардак, господин ведьмак. Потому что из-за вас у нас полстола. Вы нуждаете шерифов вскрываться по нулю. И это по-вашему нормально. Вы безобразие еще по нулю устроили. Это тоже по-вашему нормально. А в двойку никто не просил проверку. Это тоже по-вашему нормально. Вы рисуете какие-то странные команды. И я сижу, и все у вас сидят, да? Странно, у нас какой-то шериф. Вам не кажется, у него черных нет, у него все сидят? И это как раз та ситуация, про которую говорили, что по нулю надо уже, при девятке надо определяться с шерифами. Потому что иначе у нас будет. Лучше под меня проголосуйте и разберитесь уже с шерифами. И оставьте шерифов, пусть они проверяют. Незачем меня выгораживать, потому что выгораживание такого игрока, как вы, только очерняет. Спасибо, пас. Спасибо и вам, игрок номер 8. Я с вами согласен, вы понимаете, госпожа музыкант? И с вашей командой, понимаете? Ну, если вы хотите мой голос, то шерифы и красные проверки сидят, потому что я хочу, чтобы они еще сделали проверки. Я хочу, чтобы они сделали еще проверки. Нет, вас не хочу. Я вас не хочу. Я вас не хочу. Кого? Шесть? Я тоже не хочу шесть. Вас? Вы же красная проверка шерифа. У меня остается между 5 и 9, смотрите. Выставляю игрока номер 5 на голосование пока что. Пока что 5 или 9. Вас и так я не хочу вас выгонять. Вы играете против тройки, я согласен с вами. Я тоже играю против тройки, но шериф и красные проверки сидят, вы понимаете это? Я хочу, чтобы они проверили еще. Мне не нравится господин ведьмак. Госпожа, вот мне вот это, зачем вот это вот... 10 секунд. За шерифа, предъявителей, вы играли с двойкой, причем тут двойку проверять, я не понимаю. Вы хотели, у вас, например, может быть, почему вы пошли проверять двойку? Двойку, потому что у вас десятки единица черные, вы хотели тройку. Игрок номер 9, ваша минута. Да. Ну смотрите, мне пока что, в любом случае, все сидят вот по эту сторону стола. И сейчас мне нужно будет выбирать между... такими кандидатами. Смотрите, меня вполне устраивает выставленная кандидатура пятерка. Не из-за того, что вы меня чернее, мне все же вот здесь надо будет разбираться. Просто из-за того, что мы договорились, что сидят красные проверки и шерифы, так что мне придется голосовать между вами и семерками.
семерка сидит. Шестого игрока. Ну, мне шестой нравится как игрок. Смотрите. Если вызов, пока кто для меня больше шериф, наверное, это будет единичка. Потому что мне не очень логично все равно. Я хочу, чтобы вы потом объяснили, почему вы прошли проверять именно двойку. И, в общем, объяснили, зачем вы все так сделали. Почему вы были уверены, что единица выставит шестерку. Но я не хочу выставлять шестерку, это мое мнение. Я буду выбирать между пятеркой и семеркой. Игрок номер 10, ваше место. Доброе утро, Элис, красный игрок. Смотрите, у меня подозрение даже сейчас, что это девятка. Вот это такое вот слушание. И то, что он на нулевом круге вначале там вот запутался, именно там, где сидят вот эти два товарища непонятного цвета, номер 2 и 3. Уважаемый город, видимо, вам нужно тактику сменить. Вы когда начинаете со мной так играть, вы черный. Ну, серьезно, вы уже просто по таким вот типовым, по шаблонным вещам палитесь. Я почему сказала, что не оставляйте мне, я не буду шестерку выставлять. Пусть уйдет 5, мы посмотрим. Хорошо, вот это крыло сидит. Крыло сидит, и мы будем, когда мы увидим, что пахнет жареным, будете уходить вы. Или ваша красная проверка. Почему я сказала, что не надо оставлять десятки, попила озвучить? Поздно бывает. Бывает, что бла-бла-бла, не успели, начали там жестикулировать, и не успели. Поэтому правильно, что спрашивал девятый. Все грамотно было расставлено. А вот как вы выводили шерифа, ну кто так делает-то? Вынудили просто вообще раздеться до гонда. Не верю я в ваше шерифство. Доброе утро, город. Сейчас для меня самый красный игрок за столом это семерка. Я очень согласна с вами и очень понимаю прекрасно ваше эмоциональное состояние. Смотрите, тройка. Вы начали сразу по новому кругу провокацию, да? Вы начали ее шутки до игры и шутку. Беседер, вы заставили шерифа вскрыться, совершенно не было нужды вскрываться прекрасной проверке шерифа, правильно? Будучи я шерифа, вы пилиться не хотите. И вы говорите, что у вас красная проверка двойка, и вы готовы вскрываться с одной красной проверкой. Вы очень уверенный в себе шериф, или вы знаете все цвета, абсолютно все цвета за столом, правильно? Беседер, посмотрите, какой это момент был. Двойку вообще никто. Потом я выставляю игрока на голосование номер 5. Знаете почему? Не только потому, что, короче, на прошлом по нулевому кругу пятерка и двойка набрали по фолу просто так, чтобы поддержать разговор. Двойка там что-то похихикал, и пятерка... Напоминаю, у игроков номер 2 один фол, номер 3 три фола, у игрока номер 5 один фол, и у игрока номер 8 один фол. Не было предупреждения, у вас три фола, вы лишены права речи. Я думаю, что у меня два фола. Я готов взять третий. Ты сказала, что три фола. Нужно четко донести до игрока, что нет права речи. Окей. Два фола вставить? Да, вставил фола. Потому что я думаю, что у меня два фола. Хорошо. Мама, покончим. Город приходит на голосование. На голосовании стоят игроки номер 3, номер 1, номер 2, номер 7, номер 5. Кто за то, чтобы город покинул группу номер 3? Принято 0 голосов. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? Принято 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул город? Принят 1 голос. Кто за то, чтобы игрок номер 7 покинул город? Принято 0 голосов. И ставьте руки, кто не голосовал. Это 8 голосов. 5, вы были заголосованы, ваша крайняя минута. Вообще интересно получилось, если не голосуют с одной пятерок, но окей. Видите, для меня 3 уже шериф, с ним, скорее всего, 2. Мне не понравилось, как 8 вот резко, то есть вы с пятеркой играете, потом 5 для вас черный, то есть непонятно почему. То есть для вас шериф, подождите, для вас шериф единица, я поддерживаю ту же версию, я говорю, что 3 уже шериф, уже шериф не нравится, как бы, и вы все равно выгоняете пятерку. То есть у меня подозрение есть на восьмерку. 3 для меня лже-шериф, потому что красному игроку вообще не стоит открывать шерифа, то есть, ну зачем? При 9-х вы его защитите. То есть 3 для меня лже-шериф, у лже-шерифа красная проверка двойка, значит двойка и тройка для меня черные игроки. Может быть еще восьмерка, может быть. 2-3, если честно, я больше всего уверена, значит восьмерка не уверена, 8 может быть. 8 может даже стоит проверить, но вообще не знаю. Спасибо вам. Город проходит в группу номер 5. Город уходит в ночь.
Think somebody needs to tell Jon Snow the winter's coming. Nah, it's not. Spring is here and it's getting hot. Yeah, we got the new tracks, which is sure to make you shake a leg to your little sore. When Wolfgang tells you to hit the floor, you best listen, cause this guy is the law. We love the spring if the days are longer, the sun blazes and the rays are stronger. But even when it's over, it ain't a bummer, cause we know what's coming next is the summer. Показывал, проверять 9. 8 вообще нет смысла проверять. 7, 8 точно красные игроки. 7 берет и выставляет себя и пытается в истерике тут уйти. Теперь я объясняю свои действия. У меня единица явно ролевая карта. Причем я на своей речи говорю, кого вы шериф, вы проверили. Она, нет, я не шериф, я ничего. А после этого поднимает значок. И тут же после ее... Да вы меня выставили, что мне было делать? Я спросил вас до того, я сказал, я сейчас соберу вас голоса, я сейчас выставлю вас. Сидит Макс за столом, спрашивает, это я шериф, что я должна делать? Выставляю игрока номер 6. 6 принято. У нас 2 шерифа за столом, 1 и 2. Мне сейчас вскрывается второй шериф после этого, и после этого показывает проверка 10 красная. Хорошо, замечательно. Мне 10 показывает. Один из два шерифа, я крышевал. Я хотел, чтобы остались красные проверки, чтобы я тоже. Сейчас 2 показал. Сразу 6 черная. Для меня шериф игрок номер 2, а 1 ведет совсем не по шерифу. Напоминаю, что у игроков номер 1 2 фола, номер 3 2 фола и номер 8 2 фола. Игрок номер 6, ваша минута. Это паранойя. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 2. 2 принято. Вы мне мстите за прошлый раз. Это вообще не беседер. Игрок номер 2. Так, ладно, давайте дальше разбирать. Я все равно не понимаю, зачем игрок номер 3. Сейчас время определяться с шерифами. У нас сейчас критика. Я не понимаю, почему игрок номер 3 на некритическом... Вы меня слушаете, игроки, которые умные. На некритическом ходу зачем нужно скрывать... Игроки, которые умные... В некритическом ходу зачем нужно вскрывать шерифа? У него ни руки не собираются. Да, если он теоретический шериф, ни руки не собираются. Человек сидит спокойно. Я нашла красный. 5 игрок, все почти с вами поиграли. Как бы. 10 секунд. Смотрите, ну вы у меня не шериф. Во-первых, я вас подозреваю, потому что вы мне мстите. Во-вторых, потому что вы мне черная проверка даете. А в-третьих, потому что ваша стройка действия абсолютно нелогические. Нелогичные. Игрок номер 7, ваша минута. Это я выставлю игрока номер 3. И сейчас скажу почему. Он объявил себя шерифом. Чёрти что вытворял. Откатил уже, когда был заголосован игрок. Более того, вы направляли город. Почему вас не убили? Хватит. Игрок номер 6. А там хватит воплей, пожалуйста. Вы так друг друга провоцируете на фолы. Выигрывать по техническим — это неуважительно. И более того, мне интересно, что вся эта сторона почему-то собирала голоса в пятерку. Я себя предлагала просто потому, чтобы разгрузить. Медленную циркуляцию. Ага, уже после того, как я поговорила. И после того, как я выставила себя. Чтобы убрать голоса с той стороны. Потому что на той стороне стола все красный, его не выставляй. Время. Спасибо, игрок номер 8, ваша минута. Так, еще раз, господин Цель, кого вы проверили в первую ночь? Десятку вы вскрыли стройки, да? Зачем? Господин Цель, я не понимаю, когда вы шерифы вы творите, я не знаю, что вы... Он вскрылся после вскрытия единицы, что не ясно. Третий фол, игрок номер 3. Кому? Вам? Вам он вскрылся? Он вас потом еще выставил. Доход, господин Эйлер, вы это я не видел, но вы говорили это. Он выставил это тройку или нет? Смотрите, я не понимаю вашу игру. Вы прошли проверить десятку, десятку у нас двойная красная проверка.
Вы... А почему вы... Я не понимаю. Почему вы его защищаете? Какого права? Так какого права? Так да, не важно, он вас проверил? Нет. Он же вас не проверил. Нет, он вас не проверил. Он вас не проверил. Он, если единица не вскрылась, вы были черные, вы его убили. Так вы вместе черные, вы понимаете? Вы вместе черные. Почему не единица? Что значит, почему не единица? Что значит, почему не единица? Вы вместе играете. Игрок номер 3 лишен права речи. Игрок номер 9, ваши минуты. Я сначала не понял, я хотел сказать, что двойка выставила тройку на первом кругу, когда он поговорил. Поэтому для меня это было немножко подозрительно. Потому что я думал, ну зачем он скрывается тройки, если он проверил вообще десятку. Но сейчас как бы тройка как бы спровоцировала скрытие единицы, играла против единицы, но почему единица не отстрелилась? Ну потому что он с две версии, как бы. В смысле, почему? Единица. Кто для меня шериф? Я не могу понять вопрос. Смотрите, для меня вы вскрыли один. И один не отстрелился. Ага. Ну так, в конечном-то итоге уже и двойка вскрылась. Потом. Смотрите, все равно для меня пока что из версий более подходит версия игрока номер один. И это мое решение. И поэтому я буду играть с один. Соответственно, с десяткой я тоже играю. Причем десятка, насколько я понимаю, это двойная красная проверка. Теперь, соответственно, восьмерка играет против тройки. Я играю также с восьмеркой. И вот тут, соответственно, а с кем тогда остается, по сути? Игрок номер 10, ваши минуты. Слушайте, это трупы козлов в огороде так действуют? Тут же просто все бесятся. Бьете по голове себя так, что треск стоит. Вы хотите своим черепом тоже там добавить, что ли, козлячьим черепом? Успокойтесь, пожалуйста, все. Так, прекратите, пожалуйста. Вообще, господин Ведьмак, вот это ваше поведение с самого начала. Вас не проверили, вам не вскрылись, потом вскрылись, вы прикрываете кого-то, вы на меня лезете. Ну я не верю. Ну, понимаете, вот это ваше поведение. Да не понимаю я вот эти хоккейные жесты. Все, отстаньте. Так, ну мне тоже пока подходит версия 1. Подходит версия 1. Она именно... Ну, ее вынудили. Почему 3 в 3? Так, семерка, подождите. А кто третий черный с 2 и 3? Да, вот я тоже, мне интересно, кто третий из 2 и 3? Ну, вы, может быть, проверенная красный, моим шерифом. В семерку я верю просто сразу, как бы против тройки, ну шестерка, я не знаю. Ну, если вы знаете свой цвет, и двойка вас кидает черным, вы правильно, у вас реакция была правильная. Тата, у вас была правильная реакция? Время. Игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город. Так, десятка. Моя красная проверка. Беседа. Восьмерка. Моя красная проверка. Сейчас мы с десяткой, красной проверкой, решили проверять девятку. Если никто не против, то мы хотим проверить девятку. Вот есть у нас тихие подозрения. Смотрите, я уже даже не буду говорить то, что все уже поняли, что двойка проверяет десятку, вскрывается тройки. Вскрывает, даже смотрите, вот по логике, если вы не шериф, вы по нулевому кругу выставляете единицу за нормальную речь. У меня была совершенно нормальная речь. Я ни на чем не запиналась, и вы меня выставляете, потому что вам показалось, что у меня ролевая карта. Да, у меня ролевая карта, но вы же не знаете, шериф я или нет, если вы не черный, если вы красный. Поэтому, смотрите, мы сейчас, я голосую, выставляю игрока номер 2. 2 стоит. Игрока номер 3. 3 стоит. И вот, я смотрю... Мя. Игрок номер 2, ваша минута. Доброе утро, стадо оленей. Все было очень логично. Единица по нулю. Мне тройку вскрыл по нулю черного игрока. Угу. Поэтому я как бы вскрыл сотроки, потому что это был как бы для меня уже красный игрок. Потом еще раз, какого черного вам вскрыли? Единица, которая как бы не хотела пилиться, которая вскрывается шрифом. Поэтому я вскрываюсь тройки. А откуда он знает, что на черном? Игрок номер 10. Проверка-то 10 была. Третий фол, игрок номер 6. Проверка была 10, да, но потому что единица не спилилась. Единица ушла с попила. Спасибо, мне ясно, что единица, которая уходит с попила, единица, которая как бы открывается. У меня была проверка 1, 10, 3, но 3 как бы просто себя проверка, потому что решил на него проверять. 10 провел десятку, потому что единица как бы это ролевая карта. Скрытие, когда провел десятку. Это как раз моя проверка. Потом по просьбе 3 провел шестерку. Смотри, камера 6. 6 стоит. Я сейчас 5. Мя. Город переходит на голосование. На голосование выставлены игроки номер 6, номер 2 и номер 3.
Кто за то, чтобы игрок номер 6 покинул клуб? Принято. 4 голоса. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? Принят. 2 голоса. Кто и 2 голоса уходит игрок номер 3. Покажите, кто не голосовал. Игрок номер 6, ваша крайняя минута. Почему крайняя? Я же попил получился, нет? Попил получился? Нет, у вас 4 голоса и по 2. 2, 2 и 2. Правильно нет, же? Нет, у вас 4 голоса, а у остальных по 2. Я думала, попил. Я тогда смотрела, что вот с этой стороны видела, игроки ловят. Так чем, что попил, блин? А вы же не можете поставить две руки в первый театр? Игрок номер 8, мы лишены права речи. Смотрите, однозначно после меня поднимайте. Я не знаю, что вам сказать. У меня двойка – это черный игрок. Тройка – игрок не красный, которому двойка поверил по своей наивности. Он ему вскрыл единицу. У двойки была проверка десятка первая, правильно? А двойка говорит, мне тройка вскрыл единицу черного игрока. Да, не хотел пилиться, но дайте ему какое-то право на быть красным, право быть черным. Смотрите, у игрока всегда существует два права, и красным, и черным быть. Как он вам сразу однозначно стал... Вот это вот меня сразу зацепило, однозначно стал... У вас время. У вас не будет три, у вас время. Прощаемся с игроком номер 6. Я напоминаю, что у игроков номер 1 два голоса, у игроков номер 3, у игроков номер 8 три голоса. Ой, 3 фала. И 2 фала у игрока номер 10. Город уходит в ночь. Сейчас объявят победу мафии 3 в 3. Почему нет? Ну вы... Меня только поражает. Как можно так слепо верить тройке? Непроверенный. Вы проверили меня, я красная, да? Но вы играете все время с тройкой. А что вы со мной не играете с проверенной красной? Что вы там? По соседству просто удобно, близко. Да, коленями третесь, поэтому ощущения другие. Все ясно с вами. Не знаю, что сказать. Ужасно все. По-моему, сейчас я встану и объявят 3 в 3. Да, но я знала, что вы черный, вот это сразу, с нулевого круга, вы там что-то пробормотали про них, потому что они ваши. А что вы скажете? А вы мне тот момент можете сказать, кто был с ними третий черный? Кто с ними? Ну так вы с ними. Вы для меня сразу были подозрительны, но я сдурила, послала вот это, сказала, идите восьмерку проверять. А потому что вы показывали девятку, я думаю, да, но нужно вот наперекор, да, вот эта дурацкая женская логика. У вас время. Круг открывает игрок номер 7, ваша минута. Номер 7, ваша минута. Я в ужасе. Тройка называет черным непроверенного восьмерку. Единица. Двойка я еще не видела, но я так понимаю. Единица называет черным девятку. А красным? Значит, что такое черным? Что за слова появится? Девятку? За что? Нет, ребята, повторно выставляют тройку, которую и поздно откатывает, вытворяет черти что, и сейчас начнет собирать голоса в непроверенных игроков. Ребят, ну, 10 секунд. Но вы меня не слушаете.
И потому что Цедик, и когда вот сказал вот это самое выражение, это он про меня. Вы меня не слушаете. Я просто... У вас время. Игрок номер 8, ваша минута. Нет, не трифала. Нахон, у вас трифала, извиняюсь. Вы хотите кого-то выставить? Один принято. Игрок номер 9, ваша минута. Постойте, у нас сейчас 6, у нас никак не получится попилить хорошо. Один с девяткой, так секунду. Я проголосовал в шестерку, просто мне непонятно было в конечном итоге, кто с вами мог быть третьим черным, потому что на тот момент меня не считали черным. Я играл против вас, поэтому мне интересно, кто... Я знаю свой цвет вообще. Так, 1-9, на 9 называют меня красным. Логично ли, что красная проверка и шерю будет пилиться? Один мне шериф из-за того, что мы не ушли в 3-3. Хорошо. Секунду. А по вашей версии, кто это? Это 2, 3. Теперь меня проверили красным. Восьмерку вы проверяли красным. Соответственно, у вас может оставаться только семерка. Нет? Нету попила. Хорошо, ну то вы... Постойте. Смотрите, 2, 3. Кто с вами еще может? Семерка для вас черный, правильно? Остается и должно было быть. Кто у вас мог ходить черным вообще? 9. Десятка. Это красный игрок. Тройка это красный игрок. У вас пятерка уж. Мя. Игрок номер 1, ваша минута. Напоминаю, вот выпала один, ваша минута. А, я? Да. Смотрите, а вам не кажется, что тройка вообще всем старым столом рулит полностью, абсолютно, да? То есть, привет. Смотрите, я проверила 10, 9, 8, они красные. Я выставляю игрока номер 3 на голосование. Знаете что? Вполне может быть, что пятерка уходила по черному, потому что сейчас два черных за столом. И этих два черных, явных, для меня вот эти вот 7, 8, 9 совершенно по-красному сидят. Я знаю, что 2, 3 черные. Я голосую, выставляю игрока номер 2. Два принято. Я выставляю игрока номер 2, призываю город голосовать против игрока номер 2, потом мы выносим тройку, и город победил. Все. Вот совершенно все понятно. Мя. Игрок номер 2, ваша минута. Доброе утро, город. Вот я думаю, победить мафия, сейчас вынесите 2 и 3. У меня за столом 2 мафа. Все походило черный точно. У меня 8 красная проверка. Стреляй игрока номер 1. Один. У меня в синице может быть только семерка по логике. Нет, у меня больше красная. Тройка у меня тоже больше красная. Она была, кстати, шевалинка, что один у меня точно черная, а семерка по подозрению, которую я очень хочу проверить. Ночью. Тройка правильно делала проверки, в принципе, Тони сейчас не может говорить, но слушаем его выставление. В принципе, я бы свой в один. Пили сейчас может быть слом, это мы идем. Я пили, я проще попил. Я попил, сейчас уйдем 2 в 2. 10 секунд. Да, спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 3, ваша минута. А, 3 фола. У вас право выставить кого-то. Один стоит. В городе проводится голосование. Голосование между игроками. Номер 3, номер 1 и номер 2. Кто за то, чтобы игрок номер 3 принял город? Принят. Один голос. Кто за то, чтобы игрок номер 1 покинул город? Принято 4 голоса. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул город? Кто не поставил руку? Вы не посчитали, было 5 голосов. 5 голосов. 5 голосов один. 0 голосов входит игрок номер 2. 1 ваша крайняя минута. Да. Скучновато, честно говоря. Такой сценарий сразу по нулевому кругу зарядить и всех под эту будку позаплясать. В шестерку, вы заметили, шестерка красный игрок, и в нее должен был быть попил. Шестерку заголосовали красного игрока с инициативы тройки. То есть, как бы, тройка делает своими эмоциональными криками, стучанием, фолов понабирала. Таким образом, сейчас даже говорить уже не может. Вы с этого смотрите, вот. Как бы, ну, смотрите, город, думайте. Вы заголосовали шерифа, но теперь у вас осталось за столом 2 мафа.
Александр, спасибо. Пас. Спасибо. Город. Engineers have figured out ways of controlling rear spring action. Поверка 3-7 я не поверен, но 3-7 я очень красный, 7 очень черный. В общем, может перед 3-7 я проиграл бы 7, но в принципе ты решил, что лучше перед 9, в принципе, тоже математическая победа, я считаю, вас раз, два, три, четыре человека, впереди 3-7. Две красные проверки. Вы не знаете, сможете проиграть эту игру, как говорится. Спасибо, пас. Спасибо вам. Возвращаюсь к игрокам. Номер 8. Вы открываете игру. Ваше место. Смотрите. Ни восьмерку, ни девятку не надо было проверять, потому что восьмерка и девятка поставили руку в шестерку. Вы понимаете? Так какого фига идет шериф, ваш шериф, проверяет восьмерку и девятку. И оба красные. Ну, понятно, что красные, я не понимаю этого. Надо было проверять семерку. Семерку надо было проверять или вас. Вы понимаете? Или вас, или семерку, а не нас. Вы хотели типа прийти по это математические победы? Ну зачем? Так почему не вас и кого-то другого? Не было просто смысла пойти проверять восьмерку и девятку, которые вместе поставили руку в шестерку. Если мы мас, мы не ставим руку в шестерку, вы понимаете, мы выиграем. Так какого? Я не понимаю. Для чего? Вот я не понимаю, для чего. Выставляя игрока на... Постойте. Я в семерку голосую в тройку, а это девятка и тройка голосуют в семерку. Ладно, выставляй игрока номер 3 на голосование. 3 принято. 10 секунд. Все. Больше мне ничего что сказать. Я уже сказал. Спасибо, что. И вам спасибо. Игрок номер 9. Выставляю игрока номер 7. 7 принято. Пас. Спасибо. Игрок номер 3, ваша минута. Все правильно. Как бы я не буду заканчивать свою речь, просто я хочу резюмировать. В данном случае игра не закончилась 3 в 3, версия этого шерифа сразу рассыпалась, потому что двойка выводила пятерку, я просил выставить 6, я просил у семерки, которая взяла себя выставить. То есть я показываю 7 или красный олень, извиняюсь за выражение, или черный. Это хорошее поведение черного, безусловно, это не оленье поведение, это хорошее. Вы путаете город, вы втапливаете, выставляете себя, чтобы окрасниться. Для меня вы окраснились, честно. Поэтому отлично, просто отлично, извиняюсь, это как бы честно, не в том смысле. Вот. Для меня вы окраснились. Выставляю игрока номер 3. 3 стоит. Выставляю игрока номер 7. 7 стоит. Теперь 7-8 голосуют в 3. 9-3 голосуют в 7. Мы дважды голосуем так. Поднимаем обоих. Математическая победа. Уже когда не наступило 3 в 3, я показываю. Это математическая победа. Идется проверять самый красный игрок. Сначала я думал, что 9 черная. Но после того, как он не сломал, он 100% красный. Он точно красный. Поэтому проверяется математическая победа. Игрок номер 7, ваша минута. Да, действительно. Я думаю, что поделившись с тройкой, у нас будет математическая победа. Потому что... Вас назовут черным знаменем. Вас соберу. Соберу голосов непроверенного. 5. Кинул руку. Поедем 6. И он откатывал с проверки просто. Поэтому поделиться с настолько черным игроком у меня большая честь. Так что да, игрок номер 8. Мы с вами голосуем в 3. Игрок номер 9. Будьте, пожалуйста, дальше. Спасибо вас. Спасибо и вам. Город переходит в зал суда. На голосование выставлены игроки номер 3 и номер 7. Кто хочет, чтобы номер 3 покинул стол? Принято. 2 голоса. Поставьте руки, кто не голосовал. 2 голоса выходят игроку номер 7. Между 3 и 7 перестрелка. 30 секунд игроку номер 3. Голосуем точно так же. Математически побеждаем. Очень хорошая игра. Я даже захотел ее написать. Потому что это интересно именно описать процесс начала и продолжение. Почему пошло так? Почему так оно развивалось? И почему мы точно шли к победе?
пятерку вынесли совершенно напрасно, и как семерка говорит, я собирал в нее голоса, я не собирал голоса, я наоборот просил выставить 6. Но если 6 и 7 в одной команде, понятно, что она не будет. Она готова выставить себя, она знает, в нее голоса не соберутся. И вот только сейчас до меня это дошло, почему она выставила себя, почему это на самом деле черный ход. Время. Игрок номер 7, 24 секунды. Выставила себя, потому что пол стола была красным, и эту не выставляет. Вашу просьбу выставить номер 6 я тут не видела. Из-за вышеуказанного номер 6. Ваше эгоцентричное поведение явно указывает на левую карту. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Повторное голосование между игроками 3 и 7. Кто же, чтобы игрок номер 3 покинул город? Принято. 2 голоса. И поставьте руку, кто не голосовал. 2 голоса уходят игроку номер 7. Кто же, чтобы оба игрока покинули город? Единогласно. По минуте каждому. Игрок номер 3, ваша минута. Так, ну, 7 для меня была красная вот из-за этого выставления. И только на угадайке я понял, почему это было сделано, как я говорю. Она понимала, что ее просят выставить своего черного. И в пятерку голоса могут не собраться, может сагитироваться, что уйдет 6. И поэтому она знает, что выставление себя, она красняется. Но она как бы боялась этого. Как бы это логично, что она сделала. Она не выставила кого-то другого, потому что слишком уж сильно настаивали на выставление шестерки. Так что это не был красным ходом. Но для меня как бы на тот момент показалось это красным ходом выставление. И лучше я уйду. Я подумал даже, блин, ну какая глупость. Я там начинаю себя бить по голове. Я вообще не понимаю, что происходит. Только до угадайки на меня дошли. Но после того, как 9 не ломает, потому что из-за того, что у меня нет нехватка мафов. И для меня 9 оставшийся маф просто по остатку. А он берет и не ломает. Все, он точно красный, потому что мафия могла выиграть 3-3. Да-да-да, то, что вы хотели сказать. Ну, я поэтому прошу проверить 9. Почему? Потому что он будет красный, он уже точно красный, он будет проверенный красный. И не запутавшийся маф, а проверенный красный. У вас и помимо этого, время. Прощаемся с игроком номер 3. 7. Ваше крайнее что? Я, честное слово, не видела его требования выставить игрока номер 6. Сой, перспектива. Также мне очень жаль головы всех игроков, которые друг друга колотили. Также, нет, все-таки была близка к тому, чтобы переиграть его. Если бы я один раз переиграла ведьмака, я бы чувствовала себя великой исторической личностью. Но я и так собой горжусь, достаточно, чтобы сейчас пустить кого-то другого поиграть и себя наградить пивасиком, потому что хорош, хорош, уж долго брыкался. Ну честно, я выставила себя, потому что я тупо не видела ваших взъездов на тату. И так и не, и, кстати, так и не понимала, за что вы въезжаете на игроков, которые просто уже по нулю. Ну, не понимаю я въездов. У меня инженер-строитель только... Инженеров-механиков у меня в семье нет. Спасибо. Спасибо и вам, город, прощайтесь с вами. Я объявляю победу города! Дом игрок номер 1. Какая игра! Шикарная игра! Я просто кажется! Да, хорошо, что я поехала. Да, да.